Итак, Аниос и Йо, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, прямиком из Кореи. Я, в общем, опять тут переезжал, сейчас на другой квартире нахожусь, это какой-то кошмар, переезды, это, ну, в общем, все, наверное, переезжали, знают, что это зло, а в Корее это еще и... Ну, в общем, такое азиатское зло. Это нечто такое особое. А, вот, поэтому и свет сейчас немножко по-другому. Вообще ужас, конечно, полный. И ноутбук у меня сейчас стоит на столе. В общем, поэтому вот так все со светом плохо. Но лучше так, чем, мне кажется, совсем никак. Вот, поэтому... Пока эту серию запишем вот в таком формате. Дальше, не знаю, может какую-нибудь лампу куплю или еще чего. Нас сегодня пораньше отпустили с грушевых садов. Дождик пошел. Ну и в общем мы приехали домой. Я вот сразу-сразу засел за комп записывать серию. До этого времени вообще не было. Вот, ну что же. Давайте начинать. Мы с вами в прошлой серии перешли в новую эру, даже там проехали чемпионат третьего класса. Вот. Ну, сейчас, как обычно, давайте начнем с заводского пилота. Если я не ошибаюсь, у нас там последний заезд. И он, ребята, действительно очень сложный. Я... Вне записи немножечко поездил там, и я не смог ни разу побить ее время. То есть я его бил, но я сбивал конус, и как бы чистое время у меня бывало быстрее ее времени. Но так как я сбивал конусы, мне добавляли штрафы, и я не смог превзойти. Ну ладно, посмотрим. Так, ну, в общем, она тут такая вся на пафосе, бабёночка. Ну ничего, блондиночка, держи, держись за ремень, что ли, безопасности, а то через лобовуху вылетишь, когда я промчусь по трассе и сомну твой рекорд. Так, в общем, встретимся на трассе, давай-ка все раз и навсегда с этим покончим. И я такая самоуверенная, что вот прям беру и прям на кон ставлю свой титул пилота, тест-пилота, заводского тест-пилота Porsche. Ну что же, давай, смотри, стой на обочине, как я буду пылить и как в пыли растает твой рекорд. Ну, трасса реально сложная, потому что это последнее задание. Оно должно быть таким. Ой-ой-ой-ой. Так, вот этот поворот очень сложный. Прям он много времени забирает. Воу, это было очень близко. Ай-яй-яй, не, все. Так уже по-любому не проеду. Три конуса, это 3 секунды. А я максимум там на парочку секунд бил ее рекорд. Ох, вписаться бы. Нет, не получилось. Чё там она говорит? Мое имя выбито на этом автодроме. Ха, тебе никогда не достичь этого. Но мы еще посмотрим. Так, ну что, вторая попытка. Первая, как я и говорил, не удалась. Надо прям сосредоточиться. Да, сосредоточился и сосредоточенно сбил 3 конуса вообще. Обалденно. Но главное, что сосредоточено.
Давай, дорогуша. Выжми все, что можешь. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. Вот эту эску у меня, конечно, получалось гораздо лучше проходить. Эх. Ну, даже, в принципе, чистое время не смог побить ее. А еще и конусы. Ох, эти конусы. Там в первых своих попытках я даже чистое время у меня было в секундах там в четырех от ее, и у меня прям депрессия такая была, думаю, где их отыгрывать-то? Это кошмар какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой! Да что ты, опять три. Блин, это все, это был последний поворот с конусами, больше их не будет. У меня такое впечатление, что она проехалась тут без конусов, в общем-то. Ух ты, минута, ничего себе. Вот два бы сбил и прошел. А три вот нет, 0,7. По-любому ей подсуживали. Но этого мы не узнаем никогда. Ай-яй-яй. Перестраховался и все равно сбил. Все, труба. Короче, эта серия у нас будет чисто посвящена одному заданию. А, блин, поздно затормозил. Все, не быть мне это с пилотом Porsche. Я его просто убил. Сделают меня этим краш-тестером. Вместо манекена буду сидеть. О, еще вылетел. Этот поворот, кстати, был на трассе, когда 917 кубок проходили. Тихо. Бибикает он тут, понимаешь ли. Давай, родной. А, да ну нафиг. 0,06. А, вот это больше всего расстраивает, когда не хватило вот прям милипусечки. Зато конусы не сбил. Ага. Недолго радовались. Так, ну ладно, это уже все запортачил попытку. Я, наверное, возненавижу это 911 турбо.
Ох, вообще идеально прошел. Ну, давай. Все. Все, блондинка, отдыхай. Все. На помойку. На кухню борщ варить, где тебе и место, собственно. Все, она просто, она не гонщица. С одним сбитым конусом. Хочу напомнить. Минута 45. Эх, было бы красиво, конечно, если бы еще из минуты вышли. Ну ладно. Все что-то мало, да? Фух. Ну все, официально. Че, давайте поздравляйте, кубки несите мне, цветы, шампанское. О, красота. Так. Короче, ты теперь наш тест-пилот. Ты сражался и победил многих из лучших пилотов мира. Ух, как. Что-то я, блин, тут ни одну фамилию-то не видел. Ну ладно, поверим тебе на слово. Ты заменишь Стефани как, в общем, официальный тест-пилот Porsche. Я горжусь тем, что... А, я думаю, что ты готов пилотировать 911 GT1. Спасибо за доверие, мужик. Так, сохраняемся. Ага. Плохо, что на вот этих машинах, которые выдают, на них можно только в аркане гонять. Это, конечно, плохо. Так, ну что, все. С Factory драйвером покончено. Далее у нас идет чемпионаты. Так, да, в прошлой серии я обещал посмотреть на фишку, которую кто-то мне из подписчиков говорил, что старые Porsche классические вот в этой эре, в новой, они должны стоить больше. Так, давайте посмотрим. Это продажа машин. В общем, я пересмотрел самую первую серию и глянул, сколько стоил там при покупке вот этот 1600, точнее 356. Так, сел, да, за сколько? Оу, 37 тысяч. А там он стоил, обычный 356, 11 кусков. И самый дорогой, там что-то 356B, супер, по-моему. Он стоил 15, там что-то с копейками. Так что, да. Ты был прав, кто бы ты ни был. Извиняюсь, что забыл ник человека, но можешь гордиться, да, ты прав. Тем более он у нас побитый, вон, смотрите, какие вмятины. Может быть, если его починить, то он бы стоил еще больше. Ну, прикольная фишка, прикольная, конечно. Типа раритет, все, классика. Еще он, по-моему, говорил, что если на них не ездить, то типа еще дороже будет. Но как бы, как не ездить, если там практически все машины нужны. Ну, можно, конечно, там купить какую-нибудь одну, так сказать, оставить ее в гаражике. Так, ну прикольная фича. Так, и еще я покумекал тут в комментариях, так мне никто и не ответил на мой вопрос. Ну, видимо, тоже запамятовали или не знали. А это насчет того, что здесь есть гонки из прошлых эр. Я сказал, что это странно. Вот, и, в общем, полазил здесь по комнатам трофейным, и кубки они как есть, так и остались. То есть в новой эре
всего вот сколько там, 5 или 6 кубков. Вот класс 3 в Modern Era мы прошли, золото. Класс 2 и 1 остался здесь. В турнирах Weekend Trophies, вот видите, золото на всех машинах есть. То есть, видимо, это разработчики сделали просто для тех, кто в предыдущих эрах не все прошел. Ну, там же можно, в принципе, перейти, не заработав везде золото. Даже какие-то можно вообще не ехать чемпионаты. Вот, и как бы, чтобы хвосты можно было подтянуть. Вот, видите, здесь тоже только GT3, GT2 и GT1. То есть 550 и 917 золото. Так что мы их не будем проходить. У нас и так уже золото есть. Зачем нам одно и то же ездить? Тем более, как мне кажется, тут еще и сложность подняли в этих старых чемпионатах. Поэтому смысл что-то в них вообще отпадает. Так, ну что, давайте зайдем... Enter Race и включим. Так, вот 968 начинается, да, наша эра. Еще тут 911 трофи. Так, 968, 20 тысяч за первое место. Ну, давайте прикупим, что ли, 968. Так, а ну-ка еще раз посмотреть там, какие есть модификации. А просто вот 968 и все, без каких-либо приставок. Так, Porsche Center, баблища у нас много, поэтому будем мажорить, покупать новые тачки. Блин, музыкальное оформление вот именно в новой эре вообще обалденное, такое прям электруха. Так, Select Car, что нам выбрать? А вот сразу 968. Он тоже третьего класса. Так, какой-то вот CS. Чем отличается? Ничем. А, ну чуть-чуть, вот буквально там на десятую долю миллиметра там лучше показания. А ценник, ё-моё, на 13 тысяч больше. Так, ладно, что еще есть? Есть вот 11-й. Карреры, карреры, карреры. Понятно, дальше там ничего и нету больше. Кабриолет. А это уже Бокстер. Купе. Купе вот явно лучше, чем кабриолет. У него управляемость лучше. А вот CS-ка, CS-ка, ну чуть-чуть, да, еще лучше управляемость. Ладно, как я и говорил, бабла у нас много, еще давайте лучшее брать. Цвет. Что-то ему ничего особо не идет, на мой взгляд. Красный, как бы ничего так. А ладно, давайте красный оставим. Так, и Weekend Race. Ну да, потратили сотку на него, а отобьем максимум двадцатку. Так, а давайте-ка к квалу проедемся. Что там за трассы? Япония, метрополис какой-то. Днем и солнечно. Японская трасса. Но она уже, по-моему, разок была в чемпионате в прошлой серии. Но я ее все равно не помню. А по городу. Что во всех играх, если есть японские какие-то трассы, ну и помимо реальных, естественно, то именно в городе делают. О, ну Сакура. Кстати, прикольно так сделано. Красивая трасса.
как бы не чета многим, которые были до этого, особенно там какой-нибудь Техас, в пустыне где-то, в прериях непонятных. Ой-ой-ой-ой-ой. По городу прям. Кран какой-то он стоит. Все строится. Так. Узкие улочки. Японские. Управляется, кстати, нормально, Porsche такой, он прям податливый. Просто то, что я трассу не знаю, я тут маленько туплю. А так мне нравится, как он управляется. Прям такой. Шустрый, резвый и юркий. Какая же она угловатая. Ну, в принципе, это специфика всех городских автодромов. Гляньте вон на тот же Сингапур. Ай-яй-яй, как тут нехорошо. И, естественно, столб. Как же, как же. Еще и два круга в квали надо проехать. О-о-о. Прям гонка. Так, во, второй пошел. Не заметил я что-то, где там был финиш. Финиши, как говорят корейцы. Так, что за синий? А, вот только круг я проехал. А, ну да, меня типа засунули вообще. А, нулевой круг был, типа, разгонный. Десять секунд уступаю, написано, ого. Не, ну я там воткнулся еще, конечно, так. Только на этом потерял, наверное, секунд пять. Мне вот интересно, почему такая прикольная, красивая трасса, вот, вот реально она показывает, по сути, на что способна вот эта игра, да? Тут столько много объектов, дома, такой урбанистический пейзаж. И, в общем, какие-то деревья, вот цветущие там сакура, но она появляется... Получается, одной из самых последних. То есть человеку надо всю игру одолеть до этого, проехать по множеству унылых трасс, чтобы потом добраться вот до этого. Типа как бонус. Ай-яй-яй. Думал перевернусь. Так, ну и нормально. Бот еще взял мне и куда-то там в витрину въехал. Так, в итоге третьими квалифицировались. Ладно, погнали. В гонке, надеюсь, отыграемся. Была бы она чуточку пошире. А чё они разгоняются быстрее, так нечестно. Так, иди отсюда. Поразглядывай надпись на моем бампере. Ай-яй-яй. Так, чувачок, я смотрю, отрывается. Впереди идущий. Цепись.
Да. А этот столб не сносится, да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не, ну тут трассу надо лучше знать, где можно там прям в притирку проходить, где столбы стоят, это прям целая наука. Вот он мой любимый столбик, ага. Так, чтоб на следующем круге спилили его, чертовой бабушки. Так, ну все, походу борьбы не будет. Сливаем очень мощно. Так, ну опять столбик. Угу. Какой-то уже чуть-чуть другой. Тоже крепкий. Вот вам мое недовольство. Отрыв, в принципе, держится. Более или менее. А, ладно. Все равно я их не догоню. Поэтому... Давайте чутка... ё-моё. Давайте чутка посчитаем столбы. Немножко о Формуле 1 поговорим. Чё, все? Комильтон чемпион. Можно его поздравлять. Он стал в один ряд вообще с легендарными личностями. Такими как Ален Прост, Хуан Мануэль Фангио. Ну, он тоже был уже четырехкратным. Ну, Себастьян Феттель тоже живая легенда. Вот, так что в наших глазах творится история. Чё, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете вообще, как? За кого болели? Или по барабану было? Вот как мне, например, что-то в этом сезоне вообще грустно как-то было наблюдать за чемпионатом. Феттель там чуть-чуть посражался. Ну как чуть-чуть? До середины сезона, в принципе, лидировал. Хотя вот, серьезно, ощущения не было никакого, что вот он станет чемпионом. Вот как Хэмилтон на расслабухе ехал весь сезон. Такой шутил, все, что-то это, да, вот, нормально, посражаемся. Вот и у меня такое же впечатление было, что Феррари не смогут на протяжении всего сезона выдержать темп этот. Ну и так и оказалось. Тупить что-то начали, как обычно, в общем, в своем репертуаре. По сути, основной слив у них произошел из-за затупов самих, ну, где-то пилотов. Феттель там в Сингапуре затупил, собственно говоря, вместе они там постарались с Кими. Вот тактические там ошибки были, ну, в общем, какой-то мандраж ощущался у команды. Чё он постоянно туда заруливает после финиша? Так.
четвертый. Да, сложная трасса. Ничего не скажешь. Прям. Япония. Блин, за четвертое место еще и деньги не дают. Так. Так, а здесь что? А, здесь у нас Харбор, бухта, да? Это, по-моему, во Франции. 911-й. Так, а давайте, наверное, турнир какой-нибудь еще осилим. Так, вот 5 трасс. Вон она, да, Япония тоже в конце. А, нет, другая какая-то. Шипьярд был. А, Garden Village это, наверное, вот, по которому сейчас ездили. 911-й Carrera 4. А, так он же у нас есть, да? По-моему, в прошлой серии его же брали. А, нет. Да, вот он пишет, что нет машины подходящей. Так, мне надо еще глянуть, что за тачки там. А, ну одни 911-ые. РС, Carrera 4. Просто Carrera. А, это третьего класса у нас Carrera была. Все понятно. Точно. РС. Ценничку же такой нехилый у них. 150 тянет. Показатели повыше. Кабриолетик. Классно выглядит. Намного хуже. Пешка Carrera. Абсолютно одинаково. Внешний вид, да, отличается. Так, это хуже. Carrera S 3.6. Вот это, походу, лучший вариант. А, или 45, да не 4 вес. РСК. А, ну она хуже, чем четверка. Короче, да, вот этот лучший вариант.
белый взять? Ни одного белого еще парша нету. Трасса знакомая, к валу не поедем. О, под дождем. Хотя под дождем они хуже едут. Шансы будут обойти. Что, снег-то? Показано было дождь. Ой-ой-ой. Это я тут заехал. Сугроб. Ну, кстати, в турнирах соперники немножко послабее, чем в... Weekend Race, и уж тем более, чем в Racing Circuits. Турниры как-то... Хотя, по идее, все наоборот должно быть. Потому что турниры, они для прохождения игры считаются основным соревнованием. Все остальное это типа побочки. Как в РПГ-хах, если таким сленгом пользоваться. То есть можно в новую эру, в принципе, переходить было, пройдя все три класса чемпионатов. Уже все, можно двигаться дальше. Ну, это так, легкий путь. Там это легких путей не ищем. Поехали. Зимой на летней резине. По-любому на летней. По перевалам. Это вот явно Новомосковский перевал. Короче, валим, как обычно, во Владик. На трассу Примринг. Погонять, протестить там свой Порш. На настоящем гоночном полотне. Хотя, судя по дорогам, это что-то какая-то альтернативная реальность. По нашим дорогам только, которые во Владик ведет, только на танке можно проехать. Не, ну конечно, соперники вообще не читать тем, которые... Ай-яй-яй-яй. Тем, которые в Weekend Race едут. Но, с другой стороны, тут и трасса такая более знакомая. Хотя вот эту конфигурацию я плохо знаю. Которая вот с этим вот перевалом. Чё, Пита? Сам виноват. Или это я типа это головой об руль ударился и пибикнул, видимо. Да что ты говоришь такое? Mm-hmm.
чиркнули только. Не, ну так, в принципе, поблизости держится, конечно. В случае чего готов тут же обойти, но на таком, на расстоянии. Наблюдает. Ждет ошибки. Давит на нервы. Показывает себя в зеркалах заднего вида. Да чтоб тебя. Вот она, та самая, блин, ошибка. Стой. Так, и втопил тут же. Не, ну будет весело. Вас полный круга пролидировать и в итоге не выиграть. А. Он на зимней резине. Смотрите, как он в горочку просто забирается. Отрывается просто. Ну и вот и все. Первую гонку благополучно слили. Накаркал сам себе. Проблем. А, он на такой же. В принципе, трое на такой же. И один нищеброд на обычной карьере. Так, ладно. Что у нас там по очкам? Короче, сначала, наверное, добьем турниры, а потом будем упарываться по всем этим заездам. Так. На третьем месте, да? С 6 очками. Следующая Франция. Здесь надо по-любому отыгрываться. Уж во Франции-то сам Бог велел. Сейчас поедим круассанчиков и выиграем гонку. Ой, забыл починиться. Ну ладно, в принципе, морда вроде разбита, но пока машину не косит еще. На бок. Тихо, мужик. Так, желтого нельзя пропускать. Виноградники. Ё-моё, чё, куда ехать-то? Прямо. Чё-то да, тоже маршрут-то такой, как бы, ну. Я вообще первый раз с такими поворотами еду. Максималочка у меня слабовато. Блять, все-таки раздолбал машину. Неплохо. Ну. Ага, вот разгон хороший, в принципе, у нас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас улетим, ну конечно. Аж в дом въехали. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. На кольце на этом. Опа, опа! Ну,
Так, более или менее. У-у-у. Морда совсем грустная. Пуршка. Да, сегодня ничего нового, кстати, мне нечего, нету сказать про Гран-Туризмо Спорт, потому что я тупо в него больше не играл. Времени вообще не было. Поэтому никаких новых впечатлений не получится. О, а желтка-то обошли. Хорошо. Собочить стало. Блин, а не кольцо где, справа проходит или слева? Слева, да? О. Неплохо так. Ай-яй-яй. Давай. Нету тут слипстрима. Опять второй. Ну, сейчас победитель другой. Ничего себе. Я его нищебродом назвал, а он гонку выиграл. Вот это да. Прокачал явно машину где-то. Мухлёжник. Так, чё там? Чё-то я, блин, вообще себя не наблюдаю. Странно. Два эджа и два база. Чё за бред? А меня вообще нету в общей таблице о рангах. Чё, меня дисквалифицировали? Так, ну я, по идее, с 12 очками... На второй позиции должен быть, да. Да. Странно, конечно. Так, чинимся, чинимся, чинимся. Это что у нас? А, двигло, вот. Двигло, корпус. Нафиг, зачем нам эти красивости? Подвесочка и тормоза, тормоза. Ух, на 11 тысяч, ничего себе. За 11 тысяч можно купить Porsche классический, 356. Здесь хоть улицы просторные. Что-то показали картинку Техаса какого-то. А, едем. Ну, то есть пустырей вот этих вот. Пейзажик такой. С бескрайними дорогами. Так, ну тебя в баню. Ну ты слышь, чё? Поаккуратней.
Хорошо, что улицы освещены. А то у меня фары не горят. Так, все. Минус один. Срезать этот угол прям. А, тоже уже одноглазый. Так, желтому нельзя давать выигрывать, потому что... А, он, по-моему, вот как раз и лидирует сейчас. Вы гляньте, отрывается на прямых просто. Нет, ну ё-моё! Всё, ага, еще и третьего места сейчас, второго лишат, нет. А, три гонки, три вторых места. Так, ага, вот, вернули правильные имена. Так, ого, третье место. А, ну делим второе с базом. А этот ничего себе на 6 оторвался. Угу. Это надо две оставшиеся по-любому выигрывать, а его еще чтобы и закосячили. Вот она, арифметика, блин. Погнали. Да. Чувствую, корпус в этой гонке вообще развалится. На раме приеду. Ну, как говорил Брюс Макларен, по-моему, что гоночная машина должна финишировать в гонке и разваливаться тут же. Главное, чтобы она не развалилась по ходу гонки. А, дождь. Короче, по мылу едем. Воу! Дрифт. Жесткий дрифт. Не токийский, правда. Так, хорошо, что желтого закосячили. Это прям... Прям хорошо. Но вот с этим чувачком у нас одинаково очков. И ему тоже нельзя выигрывать категорически. А он что-то вознамерился, по-моему. Прямо уезжает. Нет. Ой, что это тут за...
Поворот такой интересный. Ух, как он влетел. Да на карте там что-то какой-то угол прям был вообще треугольник. Я аж растерялся. Что за поворот такой? Бас, постой. Это бас, который из той истории подался в гонщики. Бросил Вуди. Ты чё, бас? Ты возвращайся домой. А то Вуди на тебя серчает. Длинная еще трасса. 2 минуты, ничего себе. Эй, блин! Запутался. В рычагах управления. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как все плохо. Главное, остальные вообще безбожно отстали. Даже от меня. Надо каждому гонщику, помимо менеджера своего личного, заводить еще, ну вот, споттера, да, как в наскаровских гонках. Но споттер, чтобы этот был не простой, а такой уникальный, со спецоборудованием под названием снайперская винтовка, чтоб в случае чего мог заметненько отстрелить лидера. То сказать, да, он уснул за рулем. Ну, транками пускай стреляет. Ай-яй-яй-яй-яй. Они же тоже, как снайпера, выбирают позицию, где повыше там, чтоб всю трассу было видно. Вот, прекрасный обзор будет. Простреливаемость отличная. Вот на тот же маяк, например, засадить его. Ой-ой-ой. Поймал крышу, что называется. Искры летят. И ладно, это были бы праздничные искры, но нет. Они сигнализируют, что Поршику нашему совсем плохо. И он плачет кровавыми слезами. Блин, вообще в поворот уже не входит. Очень сильная недостаточная поворачиваемость. И опять второй.
Да что ж такое-то, а? У радара чуть-чуть отыграли, но пропустили Эджи вперед. Шансы все равно остаются по сей день. Правда, последняя трасса не в нашу пользу, эх, черт. На территории врага будем сражаться. Да блин, опять что-то какая-то ерунда. Так, у меня было 18 плюс 6, 24 очка. Значит, вон, второй бас это я. Только вот непонятно. А, значит, никого я не пропустил вперед. Я иду на втором месте. На 4 очка отстаю от радара. Это надо на 2 позиции его делать. И то я тут не знаю, что за система. По идее, он при равенстве очков будет первым все равно. У него побед больше. Ой, ладно. Наше дело выигрывать гонки. Считать будут другие. О, Фудзияма. Что-то корпус-то, кстати, и не разбился совсем. Хотя трасса, по-моему, нифига не у подножия Фудзиямы. Но это типа так. Ассоциативный ряд. Япония, ну что значит Фудзияма. Хотя трасса там есть. 3, 2, 1, go! Ух ты. Ничего себе. Блин, Япония реально самая красивая. Она самая сложная, но, блин, пейзажи тут прям четкие. По гравию. Ух ты. По гравию едет как под дождем. Ё-моё. Да как же тут? Чё себе. Так, давай там это... уделывай этого радара. Чё-то ничего себе, мы вообще заехали в провинциальный какой-то райончик. И чё, она вся будет вот такая грунтовая, что ли? Ого. О. Православный асфальт вернули. Ё-моё. Ой, знакомые пейзажи с этой сакурой. Блин, здесь, короче, радар рулит. Это плохо. Я здесь совсем не рулю. В центр Токио заехали. Так, это все первый круг идет, что ли? Ничего себе. А, сейчас опять грунтовка пойдет. О, еще и пыль остается. Прям как Колин Макрей. Ничего себе. Вписался на этот раз. Как-то уж слишком легко. На грунте они меня просто уделывают. У меня, видать, покрышки слик стоит. Хотя я и на асфальте-то не особо. На вот те. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот.
Чё, чувак, будем с тобой за третью позицию биться. На самом деле не такая уж она и длинная, просто очень извилистая. Как я, ух, мне аж самому понравилось, как я закрылся. Прям красиво получилось. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ты тоже там въехал, да? На-ка вот тебе. Все. Ну, блин. Так, ну чё, серебро, короче, серебро. Придется перезаезд делать, да? Но это будет потом. Чё, придется, наверное, свои слова назад взять, да? Про легкость турниров. Да не, на самом деле они все равно легче. Ну, действительно. В принципе, шанс был выиграть в любой из этих гонок. Ну, кроме разве что вот Японии. Ну, то, что что-то я ее совсем не понимаю. Знаю. А, в итоге меня аж на третье место скинули. И пас тоже обошел. Так что, бронза. Ну ладно, третья ступенька подиума, тоже неплохо. Это я себя так успокаиваю. Чё за лица вот там на заднем фоне? Я, например, ну вот там справа чувачка вообще не видно, и вот который второй слева. А кого тут видно, первого и третьего, ну я их вообще не знаю. Ну это, наверное, какие-то лимановские, может, гонщики. Короче, профессиональные автолюбители и те, кто прям в гонках шарят, они меня сейчас заплюют, наверное, скажут: да ты чё, это ж вот чемпионы там 90-х годов, ну блин, я их не знаю, ребята, серьезно. Если кто-то их узнал, напишите в комментах, будет интересно. По-любому, какие-то знаменитые должны быть гонщики. Так, ну что, в общем, сегодняшняя серия так прошла. В актив можно занести только победу над этой блондинкой. Мы все-таки указали ей на ее место, что ее место, в общем-то, на кухне, за плитой, а не за рулем гоночного болида. Ха-ха-ха. Вот такие дела. Все остальное, в принципе, во всех остальных гонках нам, наоборот, указывали на наше место, что наше место тоже не за рулем болида, а ну, где-нибудь в садах, в Корее, вот, например. Вот такие дела. Ну что, ладно. На этом с вами попрощаемся. Раз я с вами поприветствовался по-корейски, то и попрощаемся мы по-корейски. Аньёкисайо! С вами был, как всегда, Скудер.
канал «Ни слова об играх». Надеюсь, что вам понравилось. Ну, такая вот серия получилась, да, без золота сегодня. Ну, зато тоже, как бы, всякое бывает в гонках. Вот, если что, в принципе, потом, ну, турнир-то перезаедем. Но это будет потом. Ну, а так, что, пишите комменты, ставьте пальчики вверх, если понравилось. Ну и всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.